Всем привет, это СК Медиа, я Сэм Бутолин, и сегодня мы снимаем для вас особенный челлендж. 4 специальных гостя приготовили для нас задание. А теперь давайте проверим, кто круче. Погнали. Давай, кто у нас будет первый тянуть? Давай, я попробую. Так сказать, открою. Владислав Радимов. Значит, привет, медийным футболистам СК Хабаровск. Хочу вам сделать задание вундеркинда. Надо попасть мячом в пустые ворота из центрального круга. При этом завязав глаза шарфом. Удачи, ваш Радимов. Итак, Сэм у нас на счет первым, так как на прошлой игре он забил с центра поля. Сейчас мы проверим, шара это была или нет. Наступание обязательно на ногу было, ну ладно. Сейчас я покажу им технику дальнего удара. Я же вам говорил, она всегда работает. В газон полили, если не полили, не до клабы. Найду нипель. Ладно, ничего не вижу. Ладно, погнали. Не-не-не, не попадет. Ну и где? Я тут еще, я ничего не буду говорить. Лишний двор, но она внутри. Поехали. Леня, я не верю. А кто сомневался во мне? Всегда выполнял с первого раза. Ты лучше бы так пенальти бил бы. Болит для меня легче, чем пенальти. Кто следующий, пацаны? Давай я. Точно? Да, точно, давай. Данил Григорьев. Привет, СК Медиа. Мое задание для вас. Забейте гол с трибуны стадиона имени Ленина. Не, рядом. Шахан. Блин, рядышком, нет? Не, чуть-чуть. Да? Да? Да! Я следующий, да, вытяну. Опа, братишечка мой. Кто там? Артём Симоня. Привет, СК Медиа. Мое задание для вас следующее. Забейте пятой точкой с подачи. Конечно, пятой точкой мне как армянину бить не по масти, но приходится. Давай, Леня! Исполню, как старые добрые. Хорошую тебе выдам. Хорошую! Зачем вытащил? Я передаю привет Белогорску, Вяземску, своей любимой мамочке. Сейчас я для нее оформлю пятой точкой. Давай. Хорош! Да, я тоже попробую забить. Ну блин, грех не попасть такой. Почти. И осталось у нас последнее задание. Виктор Файзулин. Привет, СК Медиа. Послушайте мое задание. Забить мяч с 11-метровой отметки в костюме аквалангиста. Удачи. Покажу, как у нас в Ереване ныряют с акваланга. Я по жизни не люблю нырять, поэтому не забил. Врет, он любит.
Передаю привет Денису Курганову. Он тоже любитель понырять. Извиняюсь, не попал. Сейчас мы покажем, кто здесь рыба, а кто акула. Готов? Да! Да! Победа! Да! Сегодня в нашем челлендже нет проигравших, но есть победитель Леонид Ващенко. Поздравим Леню с очередной победой. Спасибо, спасибо, пацаны, очень приятно было с вами играть. Великолепный челлендж сегодня у нас был. А также подписывайтесь на наши социальные сети. И приходите нас поддержать в эту субботу в 12 часов дня на наш полуфинальный матч против Многомяч.